Как хорошо, что наконец закончилась зима и наступила весна. Наконец в России прекратятся холода, снегопады, заносы. И начнутся наводнения, гололед и бездорожье. Официант! Официант! Где мой салат? Я тебя самого на салат нашинкую! Иду. Что такое? Ой, простите. Я сразу увидел, что вы клиент солидный, захотелось вас как-то обслужить по высшему классу. А вот этот салат весенний, который вы заказали, его положено перед подачей хотя бы вот, ну, на пару минут подержать на свежем весеннем воздухе. А да чё? Кушайте на здоровье. Вот так вот. Официант! Официант! Я просил без майонеза! Это не майонез, честное слово. А что это такое-то? Ну что? Как это? А что это такое? Ну это просто... Ну просто украшение. Салат же называется салат весенний. Грачи прилетели. Грачи и прилетели. Официант! Стой! Алло, Мохаммед. Вола рихлайн, магнитюре это Волга, слушай. Товарищ. А ты где ты, магнитюре? 99 хочу, слушай. Прости, Магомед, да. Пожалуйста, покупаем семена. Хорошие, ранние весенние посадки. Слушай, покупай. Это ты, жулик? Что, почему? Опять покупателя обманываешь? Почему обманываешь? Слушай, что ты кричишь? Почему обманываешь? Почему жулик, а? Я у тебя в прошлом году брал. Никогда у него не покупайте ничего. Никогда. А, Земфира, слышь, никогда у меня семена не покупают. Я у тебя тапочки не буду покупать. Да не надо, слушайте, этот, как его, томаты скороспелые. Я у вас брал. И что? Когда созрели? Когда созрели? В ноябре. Что так поздно? Вот так вот. Картофель крупный. Картофель крупный? Вот такой вырос, как горох. Может, и горох посадил наоборот? Брал я горох. Так, и что? Горох сладкий, вырос горький. А хрен столовый, хрен. Вообще ни хрена не вырос, ложишь. Слушай, подожди, слушай, что ты кричишь? Иди сюда. Да не надо меня трогать. Слушай, брат, ну насыпь. Ну как, брат, слушай, подожди, слушай, вот тебе как постоянному клиенту просто, я тебе говорю. Вот возьми эти семена, слушай, не пожалеешь. К лету уже вырастут, раньше вырастут, я тебе говорю. Это скороспелый, крупный, сладкий. Слушай, это, знаешь, из них такой травка вырастет. Вот так вот, слушай, брат. Два раза вот так затянешься, и тебе уже пофиг, какую тебе картошка, какой тебе помидоры, какой тебе горох. Зиночка. Зиночка. Клавочка. Клава. Что случилось? Смотри. Весна. Слышишь? Кап-кап. Кап-кап. Слышишь? Ой, какая весна. Ты что, меня из-за этого разбудил? Понимаешь, Клавдия, весной душа стихов просит. Послушай что-нибудь из позднего блока. Подожди ты, Господи. Послушай, как он написал. Ох, Господи. Вот идиот, а? Какого блок? 5 утра. В такую рань блок. Ой. Пожалуй, да. Тогда что-нибудь из раннего. Из раннего тютчего. Уже в полях белеет снег. Убью. А воды уж весной шумят.
Уважаемый Павел Павлович. Да вы сядьте, сядьте. Сядьте. Павел Павлович, меня очень беспокоит ваш сын. А что случилось? Да я им задал сочинение на тему «Весна». И вот что он написал. «Весна отвратительна. Я ее терпеть не могу. Повсюду слякоть и грязь. Сверху на прохожих падают сосульки. Кругом мерзость и авитаминоз. Но откуда в 10-летнем мальчике столько пессимизма?» Да. Ну и что вы ему поставили? Ну как что? Единицу. Ну вот. Мало того, что грязь, слякоть, авитаминоз, так теперь еще и единица. Да чтоб она провалилась, это ваша весна! Я ее терпеть не могу! Мужик, ой, сапоги резиновые есть? Навалом. Ага. На свадьбу еду. У меня кум в деревне дочку замуж выдает. А там по весне грязи чего? По колено. Размер. 43-й. Ага. Только это. Ты мне вторую-то пару дай. А то мне две пары надо. Не понял. А что ты не понял? Ну? Еду на свадьбу. Выпивки будет. О, море. Как я, по-твоему, возвращаться буду? Мне-то это... Так, а? Показываю. Ой, дитя, 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 дит